27 сентября стартовал отборочный тур фестиваля первокурсников. Первыми эстафету приняли факультет психологии и педагогики и экономический факультет. Добрый день, здравствуйте! Сегодня мы находимся в самой гуще событий. Сегодня прошел первый отборочный тур конкурса первокурсников. Эмоции зашкаливают, люди счастливы. Давайте же посмотрим, как это все было. Первый курс экономфака блеснул незаурядными талантами в хореографии. А студенты факультета психологии и педагогики буквально сразили наповал своим выступлением. Песня группы Любэ, исполненная многоголосием, вызвала бурю аплодисментов. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Улыбками, гулом одобрения и аплодисментами поддерживал зал выступающих, ведь для многих из них это первый опыт выхода на сцену. Этот концерт был, наверное, самый незабываемый. Это мои первые перваки, и они были настолько крутыми, они передали столько эмоций, я не ожидала, я за них очень переживала. Я верил в свой факультет, я знал, что мы сможем, и я, конечно же, надеюсь, что мы выиграем. И вот на небосводе Елабужского института КФУ зажглись новые яркие звездочки и новые таланты. Приятно, что это только первый день отборочного тура фестиваля первокурсников. И то ли еще будет. Адель Мухаметшина, Елена Злыдина, Айдар Салихов, Универньюз.